Добро пожаловать на канал. Сегодня делаю обзор на известнейшую палеточку от Too Faced. Это Chocolate Bar. И в палеточке представлены натуральные оттенки. Я думаю, подобные оттенки любят многие. И с удовольствием ими пользуются. И в том числе я. И также в палеточку входила подробнейшая инструкция, как сделать тот или иной макияж. Это для голубых, для зеленых и для карих глаз. И также была база знаменитая от Too Faced, которая пока, я не могу сказать однозначно мнение, понравилась она мне или нет на 100%, но я думаю, что замену можно найти и в масс-маркете, можно так сказать, даже лучшие варианты есть. Пока, но я бы не побежала ее покупать. И давайте приступим к самой палеточке. Палеточка выполнена металлический корпус и в виде шоколадки, горького шоколада. Опять же, красивенный дизайн. И открываем палеточку. И в палеточке у нас натуральные оттенки. Также защитная пленочка, на которой указано и подписано название оттенков теней. И в палеточке вся гамма, спектр коричневых оттенков. Это натуральный горький шоколад, вишневый, бургунд, верблюжий, бронза, золото. В общем, на любой вкус. И я вам покажу свотч некоторых оттенков, и также будет фото. И мой самый любимый оттенок — это вот такой розовый, перламутровый. Вот этот ведет себя матовый хуже по пигментации, ложится мне, ну, не очень нравится, как он смотрится, он такой, ну, никакой, можно сказать, мне не нравится. Во-первых, когда вы его переносите, начинаете тушевать, он потом, наверное, исчезает. Потом вот такой розовый, он нежно очень красивый, тоже однозначно не виден на веках. Потом фиолетовый, очень красивый, с мелкими блесточками, который сначала красиво, когда вы набиваете кисточку на веко, ложите эти тени, а потом, когда вы начинаете тушевать, куда-то вся красота исчезает. Мне не очень нравится. И опять же, темные оттенки, они насыщенные, яркие, хорошо пигментированные, матовые в палетке, перламутровые, с блесточками. А вот светлые, к сожалению, они меня разочаровали, кроме, наверное, вот этого красивого перламутрового оттенка. Он очень красивый. Опять же, очень нравится горький шоколад, это вишневые оттенки, вот такой верблюжий, перламутровый. В общем, в принципе, так в целом, цвета очень красивые. И также палетка очень вкусно пахнет какао. Прям удовольствие, когда вы ее открываете. Обалденно. И покажу вам свотчи. Наверное, покажу вам вот этот красивый перламутровый оттенок. Он невероятно красивый. Потом White Chocolate, вот этот капризный оттенок. Вот он, второй. Потом оттеночек фиолетовый, который невероятно красивый. Вот так он выглядит, этот фиолетовый оттенок. Очень красивый горький шоколад. Ну, тоже, в принципе, замену можно найти. Потом красновато-коричневый такой оттенок, тоже очень красивый. Далее вишневый красивый оттеночек. И мне очень нравится вот такой верблюжий. Вот такой верблюжий, очень тоже красивый. И оттеночек вот такой с блесточками, это такой коричневатый, можно так сказать, с мелкими золотистыми блесточками, тоже очень-очень красивый, тоже очень-очень мне нравится. И так, в принципе, в целом палеточка оформлена на пятерочку, очень красиво, оттенки темные, опять же, супер, а вот светлые, к сожалению, разочарование. Вам решать, покупать эту палетку или нет. Но однозначно я люблю этот бренд, мне нравится Too Faced, но если выбирать между Urban Decay и Too Faced, я, конечно же, выберу Urban Decay палетку Naked. Так что вам решать, покупать или нет. Так, в целом, в принципе, я довольна качеством, кроме светлого оттенка и фиолетового, который мне, в принципе, и я и купила, в принципе, ее, потому что фиолетовый оттенок этот нереально красивый, как вот этот и вишневый с блесточками возле фиолетового. Тоже очень-очень красивый, очень-очень мне нравится. Вот так он выглядит, суперский оттенок. И покажу вам такой, можно так сказать, кремовый оттенок, тоже очень красивый, крем-брюле, золотой, тоже очень хорошо, но это уже перламутр пошел, и, в принципе, перламутр всегда себя хорошо ведет, то есть тени пигментированы, темные оттенки, средние оттенки хорошо, а вот светлые, к сожалению, вот как этот, меня разочаровал. Но все равно я им пользуюсь. Вот такой был обзор. Всем приятного просмотра. Пока-пока. И до новых встреч на моем канале.